остановились на остановке. И здесь-то зашли в торговый центр погулять и покушать. Макс. Макс. Starbucks кофе, напитки на всю семью. Ждем сейчас. И пиццу ждем готовить. Едем домой, решили под конец давай покушать я, хорошо, да? Купили мы с бара пиццы две. И купили мы напитки Starbucks всем. Да, заехали на парковку Walmart и решили здесь переночевать и купили елочку для нашего кемпера и нашли такую гирлянду со садомами. И машинки вот такие еще тоже. Все, уходи. Сейчас вот так вот. Уходи. Да. Уходи. Уходить? Да. Выключи свет. Точно? Да. Утро на Волмарте. Да. Вот тут не одни, тут целая парковка автодомов. Смотрите, сейчас там покажу. Зарядка есть, да. А вон еще один, смотри, там 7 получается. Есть, да? И вон там еще, потому что далеко. Точно. 7 домов. Вон там еще. Там еще? Да, вон. 8. Прикольно. И вон там еще 9, видишь, вон там далеко. Ага, да, да. Тут вообще, короче, тут нормально вообще домов стоит. И вон там еще 10, слышишь, дальше? Это вот там, где я хотел запарковаться. Да. Ходим мы, ходим, смотрим, что-то в Walmart'е диваны грязные стоят на стеллажах. Решили помыть. Да, Паш? Ладно, шучу я. Хотим купить себе диван. Хотим померить, нормально он или нет. Просто у нас нет возможности купить дорогие диваны, а эти дешевые. Нам просто надоели наши, потому что они немножко, ну, невкусно пахнут, и нам хочется что-то другое. И вот мы хотим проверить, реально ли это вообще за 200 баксов. Купить диван, который, ну, более-менее. Он раскладывается в кровать. Мы сейчас посмотрим. Это он такой грязный, да? Ну, ты можешь с краешку как-то сесть, все равно потом стирать вещи. Ой, давай, садись. Ну, чё? Нормально, садись, прям супер. А, да? Вау. Прослужена наша гостиная, как думаешь? Да. Они слишком черные для нашей гостиной? Ну, он черный. Но он не слишком черный? Но он черный. Ну, нормально впишется? Думаешь? Насколько он вообще, как сказать, прочный или как это объяснить? Ну, не очень прочный. Не прочный, да? Короче, вот два дивана. Вот такой вот типа замша. Но это не замша, понятно. У него тут всякие функционалы. Тут подушечки опускаются, поднимаются. Тут еще вот этот, вот так, да, опускается как-то у него? Да? Он складывается тоже в спальное место. Он стоит $159. А вот этот диван стоит $205. Да? 205 он на сайте стоил. Сейчас не знаю, сколько здесь. И он тоже складывается. Это типа кожа. Ну, на самом деле, это и то, естественно, подделка под кожу и под замшу. Вот мы думаем, взять вообще два. Один такой. Этот как бы нейтрализует немножко то, что этот такой грубый кожаный. А этот
мягкий, ну, немножко другой все-таки. И у него ножки по-другому сделаны, металлические. Короче, берем два, наверное, таких дивана, и все. Короче, Марина хотела новые диваны к нам в гостиную. Ну, вот они. Купили в Джорджии, в Саванне. 4 часа до дома. Типа у нас там в Walmart нету, заказывать долго. Она хочет к Рождеству уже, чтобы были эти диваны. Нам сейчас надо как-то их ковать. Места нету. Ну, сейчас придумаем место. В общем, один диван пошли поставить сюда в бэд, а другой мы поставим внутрь автодома. Вот сюда между кроватью и стенкой. Вон тот. Google. Завтрак на парковке Walmart. Да? Ага. Класс. А мы могли взять вот такой вот, да, автодом без слайда? Что? Олег. Ты сказал? Я тебе что сказал? Что тебе сказал я? У нас очень много больших детей. Да. Лока, лока, пока лаки так вот. Мама, папа. Ну вот американская зарядка для электроавтомобилей. Electrify America. Cash on me. Ну короче, вот здесь карты принимают. Сколько стоит, интересно. Ready. Зашел в Walmart пока. Это надо сначала вставить, наверное. Пошту старт. Да, сначала вставить. Прайсинг. Что-то не нажимается. Вот. Она не это. Что она? Что-то не нажимается. Пошту старт. Наверное, сначала карту надо ставить. Нет, тормозит просто. Вот прайсинг. Чарджинг. Долгий 16 центов минута, быстрый 32 цента минута. Есть еще мембер. Мембер, наверное, дешевле. Тут не написано. Ну вот, считайте, я не знаю. Кто разбирается в электромобилях, у кого есть, сколько здесь стоит на Walmart заправиться. Изучаю, сколько стоит заправиться на Walmart. 16 центов минута. Долгая зарядка и быстрая 32 цента минут. Я не знаю, на сколько это минут, на сколько это миль. Вот. Тут много их зарядок. Это СГ, если мембер. Ну, там написано, не знаю. Остановились опять на пайлоте, заправились. Взяли еды. Любим есть. Все время покупаем всякую еду. Сейчас купили в Airbus. Airbus. Там вон есть Airbus. И Леша пропал. Нет. Леша где-то пропал, да? А Макс купили машинку, да, Макс? А? Как обычно. Так у нас здесь все. Дайте еду! Так, пока нас не было, пришли еще посылочки. Не успели дойти до автодома, этого зарядник такой специальный, который контролирует электричество на... Это фильтр такой. Да. Класс, еще пришли, тебе надо сделать вот здесь вот. Давай подарки. А ты что?